Ну что ж, присаживайтесь. Добрейшее утро. В эфире Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Начнем с тишины. Ягодицы можно вот немножечко назад вытащить. Если вы сидите на стуле или ну, где-то еще, попробуйте сохранять спинку ровной. Эти руки на коленочки сейчас положим и сделаем вместе несколько дыханий. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Просто наблюдаем, как тело дышит. Вдох. Выдох. Теперь разворачиваем ладошки кверху. Подмышечные впадины раскрываем. Вдох. Выдох. На выдохе расслабляемся, стекаем вниз, сохраняя линию позвоночника. На вдохе мы эту линию выстраиваем. Вдох. Вкручиваясь в небо, в потолок. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Большой указательный палец соединили. И погружаемся в тишину, в наблюдение за внутренними процессами. Наблюдение за тем, какие извне поступают сигналы. Глаза можно не закрывать. Открытое слушание пространства, всех феноменов, которые происходят, звуки, картинки перед глазами, какие-то объекты, предметы, может быть, процессы, и запахи могут быть, и какое-то послевкусие во рту, если там пили что-то или зубы чистили. Такое многообразие внешних стимулов. Возможно, что-то из окна слышится, какие-то звуки, или внутри там квартиры или дома, где вы находитесь. Нам не нужна идеальная какая-то гробовая тишина. Любой входящий звук – это просто объект для исследования, для осознавания, осознания. Я слышу, я слушаю. Осознание уха, так называемое. Осознание глаз. Я вижу. Осознание носа. Я чувствую запахи, осознание языка, я чувствую вкусы, осознание тела. Задерживаемся здесь, в теле есть много. Давайте ладошки теперь так сложим. В теле есть много составных. Тканей, органов, разных ощущений. В
Почувствуйте вес тела, точки опоры, позвоночник. И с каждым выдохом голова все легче и легче. Легкая голова стремится вверх. На этом этапе можно закрывать глаза. Не двигаемся. Вот в этой неподвижности, в статичности наблюдаем движение ума, осознание, самого осознания, осознание ума. Шестой вид осознания в медитативных техниках. Осознание чувств, эмоций. И давайте добавим улыбку. Будем потихонечку начинать с более активного, с более активных процедур. Утренне. Хорошо, на вдохе поднимаем руки вверх, вдох. Потянулись. На выдохе опускаем руки вниз с правой стороны. Вправо вдох. Выдох посерединке. Влево вдох. Выдох посерединке. В левую сторону. Правая рука вверх, вдох. Вот так можно на пальчики поставить, на локоть. Выдох. Весь бок натянули, вдох, посмотрели вверх. Выдох. Левый бок, вдох. Выдох. Вытянулись полностью, вдох. Посмотрели вверх. Выдох. Хорошо. За коленочки себя взяли, прогнули, вдох. Скруглились. Голова к ногам, выдох. Прогнулись, вдох. Скруглились, выдох. Прогнули, вдох. На левое колено, голова. Прогнули, вдох. На правое колено, голова. Руки перед собой, прогнули, вдох. Так, сейчас отползу, а то не видно. Прогнулись, вдох. Опустились вниз. Да. Там, где получается, вот попробуйте висеть и понаблюдайте, что мешает опуститься вниз. Хорошо. К правому колену вытянулись. Вдох. Выдох. К левому вдох. Выдох. Продолжаем пока сидя. Поближе сяду. В любой удобной позе. Правое ухо вверх, левое вверх. Пальчики в пол потянули. Хорошо. Повороты. Опустили вниз и отвели назад.
Вперед-назад. Хорошо, теперь выдвигаем голову вперед-назад. Вперед-назад. Вот обязательно. Вот вспоминайте, как обычно, телефон или книжка. Да, вот. Обычно так, да, вот так никто не ходит. Не замечал я никого. Вот так. А нужно смотреть так. Или не смотреть в телефон, или как-то устраивать свое место. Иначе, как бы мы этого не хотели, вот это положение, вот сутулое и схлопнутые экстензоры, разгибатели, короткие шеи. Вот нам надо сейчас это расправить. Вперед-назад. Круговые движения. Как будто по блюдцу катаем голову. Другую сторону. Хорошо. Кошка лижет шерстку. Лизнули, отвели голову назад. Вот исходное положение, линия. Вот видно, что линия. Лизнули, отвели от этой линии назад немножечко. Лизнули. Три, четыре, пять, шесть. В обратную сторону крутим голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Доминирующий тип осознания во время практики у нас осознание тела. Да? Мы осознаем, чувствуем, находимся в этом процессе. Правая. Напоминаю. Памятка. Наблюдайте, находитесь там в ощущениях. Три, четыре, пять, шесть. Правое ухо вверх, повернули голову лицом вверх. Левое ухо вверх, повернули голову лицом вверх. И меняем. Меняем стороны. Четыре. 5, 6. Другую сторону. Правый ухо вверх, посмотрели вниз. Левый ухо вверх, посмотрели вниз. И меняем. 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Вот так сделали ручки, такими полусогнутые пальцы, и потерли затылочные бугры, шею, там, где крепится шея. Хорошо. Спереди, с одной стороны, с другой стороны. С двух. И вот таким движением, смотрите, захватили шею вот здесь, потянули вниз, захватили вот так, захватили массаж мышц шеи, вот так прямо потянули приятно, вот так, всем приятно, хорошо. Угу. Височки можно костяшками, височные мышцы потерли над ушами, вот она большая, вот в районе возле глаз,
макушку. Макушку, затылок, лоб, лобные вот эти доли и вверх-вниз идем до затылка. Обратно идем. Хорошо. Лицо. Умываемся. Давайте ладошки протрем. Умываемся. Обязательно кровоснабжение. Давайте вот, вот такими. Нет, вот, вот так. Указательный палец. Скулы. Вот так, большими пальцами, прижали, большим пальцем прижали туда, в подъязычную мышцу, до онемения языка. Угу, отлично. Уши вниз потянули, в стороны потянули, вверх потянули, потерли. Хорошо, пальцами прижали глаза, отпустили, прижали, отпустили, прижали, отпустили, прижали, жмем, расслабляем глаза, отпускаем, зажмуриваем, отпускаем, зажмуриваем, отпускаем, зажмуриваем, отпускаем, запястье потерли. И постучали. С другой стороны. Хорошо, ножки вытянули. Встряхнули. Постучали. Стучим мышцами, активируем мышечные ткани, кровь. Дозочки на себя, от себя, на себя, от себя, на себя, от себя, на себя, от себя. Круговые движения с коленочками сразу же. Стопы, колени. В другую сторону. Такая у нас сегодня разминка. Стопы, колени. Активируем процессы внутренние, телесные. Хорошо, согнули, разогнули. Согнули, колено в сторону, колено в сторону. Три, четыре, пять, шесть. Правую ножку взяли, положили на бедро. Стопа в руку, крутим в одну, в другую сторону. Хорошо. Натянули в одну сторону, натянули в другую сторону. Пальчик один, второй, оттянули, третий, четвертый, пятый. Растопырили все пальчики, разминали большими пальцами кулаком всю подошву, вот до приятных ощущений. Развернули стопу к себе, постучали. Встряхнули. И ножку вытянули. Вторая нога. Крутим. Как-то мало ли не видно, вот так поближе. Крутим. В одну сторону, в другую сторону. Натянули в одну сторону, в другую сторону. Пальцами крутим
Один. Вытягиваем второй. Третий. Четвертый. Пятый. Растопырили пальчики. Размяли сначала большими пальцами подошву, потом кулачком внешнюю часть, внутреннюю, арочку стопы, в серединку, пяточку, плюсный. Ну, прекрасно. Развернули стопу, постучали. Тряхнули. Вытянули. Ножки соединили. И давайте встаем. Встаем, продолжаем простукивание. Животик. Животик. Вот от ребер до лобковой косточки. Паховой складочки. Клетка под ключицами, точка легких. Можно вот так. Делаем вдох. Выдох. Можно вместе. Итак, итак, разные варианты пробуем. Теперь грудина вот здесь. Вот этим пальчиком большим. Раз, два. Раз, грудину. Активируем вилочковую железу. Все зажимчики там. Центр включаем. Хорошо. Крестец. Раз. Давайте посильнее. Крестец. Ягодицы. По позвоночнику вверх. Поясничный отдел. Хорошо. Плечо погладили. Раз, два, три. Рука вверх, вниз. Плечо погладили. Раз, два, три. Рука вниз. Вверх. Вниз. Раз, два, три. Ручку над головой. Подмышечную пальцу погладили. Погладили. Раз, два, три. Это все важные вещи, важные моменты. Мы захватываю много всего, даже перечислять не буду, просто прохлопываем. Другая сторона. Слышите звук? Вот такой звук должен быть. Так, вокруг ключиц. Вокруг ключиц, сверху, снизу. Вот здесь все вот эти зоны. Так, прям ключицу сверху снизу прогладьте. Важная зона, там, где у нас бронхи находятся, легкие начинаются. Здесь все вот эти лимфоузелки у нас включаются. Начинается жизнь. Хорошо, животик погладили. Угу. Ягодицы. Нет, почки. С почки сначала. Почки. Раз, два, три. Вниз. Вверх по ногам. Раз, два, три. Паховые складочки вот эти вот места. Раз, два, три. Вниз. Вверх.
Хорошо, почувствуйте, как тело себя ощущает. И пройдемся вот таким образом, скручивая позвоночник. И руки, как плети, начинают опускаться. Сначала всю зону внизу. Тазобедренные, присед, ягодица, паховая складочка. Теперь чуть повыше на ладошку поднялись. Живот. Вот мышцы поясницы сзади. Теперь на нижние ребра поднялись. Нижние ребра. Простукиваем. Теперь сзади лопатка. А спереди вот сюда, под ключицу. Но не в ключицу. Сзади лопатка, спереди шея. Отпустили все. Ножки вместе. Сделали выдох. Дыхание уджая. Руки через стороны вверх. Вдох. Уджая. На носочках вытянулись. Выдох. Опускаемся на пятки. Вдох уджая. Звук О. Выдох, звук А. Вдох. Выдох. Руки вперед, прогиб, вдох. Растягиваем дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки в сторону, вдох. Прогнулись. Выдох. Исходное положение. Вдох. Ладошки кверху. Выдох. Вдох. Выдох. Стоим ровненько. Спина прямая. Представьте, что у стены стоим. У кого есть рядом стена, встаньте пятками, ягодицами, икрами. Вот так. Полностью к стене. Спина, затылок, руки, плечи. И вот это вот ровное состояние. У кого стены рядом нет, там загружено. Вот для занятий освобождайте себе стену одну. Вот прижимаемся полностью. Вот чтобы не было, вот я в профиль показываю, чтобы не было таких историй. Приучаемся. Ровненькому. Макушкой вверх. Все расслабляем. Хорошо. Садимся. Вот первая часть у нас такая разминка. Вторая часть активная.
Продолжаем первый комплекс, который вот я взял. 30 асан. Ну, давайте будем их на 3 дыхания, чтобы нам компактно все. От алгоритма дыхания зависит, можно один и тот же комплекс сделать с разными вариациями пранаямы, да, дыхательных алгоритмов разных можно. Мы будем, как и вчера, самый простой использовать 4 секунды вдох, пауза, 4 секунды выдох, пауза, 4 секунды вдох, пауза. Давайте вместе. Выдох. Пауза. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. Ложимся. Вдох. Первая поза. Шавасана. Пауза. Выдохнули все. Пауза. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. Вдох. Пауза. Выдох. Хорошо. Пауза. Поднимаем ножки вверх. Вдох. Ноги вместе. Руки в стороны. Носочки на себя. Выдох. Носочки от себя. Вдох. Носочки на себя. Выдох. Выпрямляем ноги. Носочки на себя. Вдох. Пальцы растопыриваем. С левой стороны ноги опускаем. Выдох. Поднимаем вверх. Вдох. Опускаем с правой стороны. Выдох. Смотрим влево. Вверх. Вдох. Слева выдох. Вдох. Вверх. Справа выдох. Вдох. Вверх. Слева выдох. Вдох. Плавно двигаемся. Выдох. Вверх. Вдох. Держим 3 дыхания. Слева выдох. Держим вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Подняли вдох. С правой стороны выдох. Смотрим влево. Вдох. Выдох. 2 вдох. Выдох. 3 вдох. Выдох. Подняли вверх, да? Опускаем вниз, выдох. Легли, вдох. Посмотрели вперед. Сели, выдох. Ягодицы назад, вдох. Выдох. Руки вверх. Руки вверх, вдох. Опустились вниз. Выдох на носочки или туда, куда получается. Потянулись вверх, вдох. Потянулись вниз, выдох. Опустились все. Голову опустили, вдох. Сгибаем ноги так, чтобы
корпусу прижался, прижались ноги. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще больше опускаемся. Вдох. Глубже уходим. Выдох. Хорошо. Ложимся на правый бок. Вот таким образом. Вот таким образом. Ага. Приподнимаем голову, плечи, выдох. Подмышку раскрываем, выдох. Правую. Ножки вверх, вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выше ноги и голову. Выдох. Отлично. Опустили на живот. И сейчас я перегруппируюсь. На вот так левую руку вытянули. Перекатились на левый бок. Подняли бок. На ноги вместе. Вдох. Ребрышки нижние на полу. Выдох. Ноги вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще выше ноги. Вдох. Выдох. Опустились. Садимся. И ложимся в положение мостик на плечах, а потом железный мост. Сначала железный мост делается через мостик на плечах, таз вверх. Соединили руки под тазом, подошли лопатками. Разъединили руки, кулаки в пол, локти, плечи в пол. Ноги вместе, прямые, пятки на полу. Создали дугу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Таз выше. Вдох. Выдох. Таз не теряем. Ноги согнули, вдох. Плечи в стороны. И опустились вниз, выдох. Вдох. Поднимаем ноги вверх. Руки за головой. Ножки за голову, выдох. Если это не получается, вдох. Руки возле таза. И держим ноги там, где получается, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги вверх. Вдох. Согнули, выдох, обхватили, прижали друг друга, прижали к туловищу, прижали, вдох, отпустили, выдох, ноги вытянули, соединили лодыжки и руки на животе, вдох. После выдоха втягивание живота, выдох. Тянули живот. Вдох.
Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо, ноги вместе. Руки вверх, вперед. Потянулись вперед. Сели. Перекрестили лодыжки. И нижняя планка. Вдох. Чатуранга дандасана. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Вытянулись вперед. Вдох. Вытянулись назад. Собрали головой вниз. Выдох. Подходим двумя или подпрыгиваем двумя ногами. Садимся. Вдох. Немножко вперед. Выдох. Навасана. Вдох. Уголок. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Опустились на поясничку. Держим лодочку вот такую. Вдох. Смотрим на пальцы ног. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Пятки опустили. Пальцы рук и голова в потолок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, поднимаемся. Если нужно, помогаем себе руками. Перекрещиваем ножки. Садимся на коленочки. Или садимся на пятки. Варджасана. Или между пяток. Икроножные мышцы в стороны. Вирасана. Одно из двух. Вдох. Подкладываем себе пледы, если сложное положение. Выдох. И развернулись. Левый вдох. Выдох. Повернулись в другую сторону. Вдох. Выдох. Первую сторону. Вдох. Выдох. Во вторую сторону. Вдох. Выдох. Первую сторону. Вдох. Выдох. И смотрим во вторую сторону. Вдох. Выдох. Приподнимаемся на ножки. Руки через стороны вверх. Вдох. Вытянулись. И сделали локтевой захват. Давайте наверху его сделаем. Локтевой захват. С круглой спиной опустились вниз. Тряси. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поменяли локтевой захват на противоположный. Вдох. Присел. Голова расслаблена, лицо расслаблено. Выдох. Вдох.
Выдох. Удох. Выдох. Хорошо. Дальше идем. Если есть кирпич или какая-нибудь там книга толстая. Я говорил, что кирпичи очень, у кого наклон недостаточный, очень помогают вот при таких опорах. Вот даже вот так. Можно опереться. И в Артхачандрасану войти. Покупайте кирпичи или какие-нибудь толстые книги. В кастрюлю можно поставить. Раскрыли вздох. Посмотрели вниз. Рука над головой, выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Руки на колени. Вирабхадрасана три. Ручки вперед. Вдох. Нога выше. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Хорошо. Опустились вниз, выдох. Левая рука внизу. Правая нога вверх. Правая рука вверх. Вдох. Рука над головой, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки на колено. Руки вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Ноги вместе. Коленочки вместе. Легли животиком на колени согнутые. Руки вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Собака головой вниз, выдох. Вдох. Выдох. Втягиваем живот после выдоха. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули живот. Планка верхняя, вдох. Нижняя, выдох. Верхняя, вдох. Нижняя, выдох. Верхняя, вдох. Нижняя, выдох. Верхняя, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правая нога вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ножку тянем прямую. Вдох. Выдох. Шагнули вперед. Колено на бедро. Вдох. Выдох. Вдох. Расслабили лицо. Выдох. Вдох. Выдох. Собака головой вниз, левая нога вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.
Выдох. Шагнули вперед. Ребрышко прижали. Вытянулись от пятки до кончиков пальцев. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Ноги на ширине 2-3 ширины таза. Вытянули спинку. Правой рукой. Вдох. Выдох. Смотрим на большой палец. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустили. Левая рука вверх. Вдох. Спинка прямая. Также можно использовать кирпич. Выдох. Вдох. Смотрим на большой палец. Выдох. Вдох. Опустились вниз. Выдох, наклонились. Хорошо. Отшагнули. Двумя ногами. Планка, вдох. Колени вниз, выдох. Вдох, прогнулись. И грудную клетку между ладошек положили, выдох. Правой ногой вверх, вдох. Выдох. Левую ногу выпрямляем. Заднюю, вдох. Выдох. Опустились. Левая нога вверх, вдох. Поменяли. Выдох. Правую ножку выпрямили, вдох. Выдох. Хорошо, легли. Вытянули. Ребрышки вперед. Локти вперед, вдох. Поставили ребрышки, выдох. Руки справа, слева. Вдох. Выдох. Запястье захватили одной руки. Вдох. Выдох. Запястье другой руки. Вдох. Выдох. Руки согнуты. Вдох. Выдох. Ноги подняли. Руки прямые. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ладони под плечи. Выдох. Обра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Подшагиваем или подпрыгиваем двумя ногами. Серединку коврика. Вдох. Ножки ширина таза. Выдох. Сгибаем колени. Руки вверх. Прямая спинка. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Прямая спина. Копчик. Подтянули вниз. Выдох. Ручки вверх. Вдох. Сели ниже. Выдох. Садимся до конца. Вдох. Выдох. Бакасана. Вдох. Выдох. Сели. Легли. Шавасана. Три глубоких вдоха и выдоха. Вдох. Выдох. Вдох. Как вздохи. Выдох, облегчение. Вдох. Выдох. Расслабляемся, уходим в тишину.
Чувствуем ноги, руки, таз, промежность, живот, поясницу, грудь, лопатки, плечи, пальцы рук, пальцы ног, шею, затылок, лицо, голову. Отпускаем все, ослабляем. Следующие три дыхания. Вдох, выдох, втянули живот. Лежим. Вдох, выдох и глубокое втягивание живота. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Толкнули живот вверх, выдох. Тянули живот. Все, отпустили. Ноги сгибаем, поднимаем колени вверх. Ножки вверх. Руки, ноги встряхиваем. Трясем. Создаем тряску. Расслабляем мышцы лица. Остановились. Согнули ноги, взяли себя за колени. И катаемся, как кресло-качалка. Вперед-назад. Садимся. В любую позу. Обязательно, пока не убегайте. Обязательная заминка с прямой спиной. Почувствуйте, насколько легче сидеть, насколько легче наблюдать ум, эмоции, тело свое. Можно приоткрыть глаза. И открыто, слушая пространство, глазами, ушами, носом, языком, всем телом, наблюдая за эмоциями, чувствами, за умом, за движениями ума, за феноменами ума, которые возникают в каждый момент времени. Наблюдаем, как повлияла практика. Сейчас будем формировать намерение. Давайте перед лицом, перед там где-то 10-20 сантиметров, может быть, ближе. Такой шар формируем плотности. Выносим туда свои сокровенные пожелания. Улыбаемся. В течение дня, как что-то не так, чувствуете, что-то не так пошло. Какое-то напряжение пошло, что-то вот не дает идти там, чему-то развиваться. Улыбнитесь. Возможно, вы слишком серьезно. Серьезно относитесь к себе, к процессам. Это всего лишь жизнь, и вот я... Когда ехал тут, после яхтинга с Выборга за рулем,
Я понимаю, вот у меня осознание пришло, что каждая встречная машина может привести к концу. Вот такое осознавание. То есть водитель заснет, еще что-то, и может, ну, если прям напрямую говорить, привести к столкновению с моей. И я понимал, что настолько все зыбко, и если прочертить линию от нашего рождения до, ну, предполагаемого, вот сколько я хочу жить, да, задумывались над тем, сколько я хочу прожить, вот сколько вот, какой, ну, реально, можно посмотреть, сколько жили бабушки, дедушки, прадедушки, и какую-то вот максимальную цифру взять, и вот, вот мой потенциал. И я думаю, сильно многие удивятся, что есть конец, вот есть начало, есть конец. Аничча, как в буддийских, Будда говорил, аничча, все проходит. Вот у нас есть конец, и мы где-то вот в какой-то точке, ну, там у кого-то посередине, у кого-то больше ближе к началу, у кого-то там две трети прошло, ну, по-разному, да, точку обозначили. Что я к этой точке прожил, достиг, там, что я оставляю после себя. И что еще предстоит? Вот эта вот конечность, это вот очень такая буддийская тема, ну, йоговская тоже. Не зря, вот есть такая еще одна у меня мысль, и я вас отпущу. Традиция, например, в Древнем Египте, ну и в западной тоже традиции, покойников хоронить. Ну и в Древнем Египте еще гробницы накидывали там, чтобы им в загробной жизни вот всего-всего-всего-всего хватало. А, например, в Индии, там, в Непале, еще где-то, вот в тех районах, ну, Индия это уже огромный, там, наоборот, от всего избавлялись и трупы сжигали, чтобы ничего не оставалось материального, то есть не цепляться за материальное. С этой стороны цепляются за материальное, а с этой стороны мира не цепляются. Вот такая интересная взаимосвязь. Не взаимосвязь, а закономерность, что вот на Западе пошло, что вот за материальное надо цепляться, на полуострове Индостан, назовем это так, избавляться от всего материального и уходить в какую-то, ну, следующее уже в легкости уходить, в следующей жизни. Хорошо, пусть этот день приносит нам всем радость, легкость. Денис, спасибо. Алевтина, Эдик, приятно видеть. Борис, Сергей, так, Таня. Так, тут мне не видно. Наталья. Все, всем пока. Спасибо за ваше участие. Не всех тут могу прочитать, нет? Все, всем спасибо.